Ну и ну, какая грязная машина! И где так можно было испачкаться? Наверное, участвовала в гонках. Ну сейчас мы ее быстро помоем. Наносим мыльный раствор. Мылим все мочалкой. И смываем водой. Вытираем насухо. И готово! А, нет, остались еще колеса. Ничего, сейчас потрем щеткой. Вуаля, и готово! Ну что, поехали кататься? Подожди, подожди, а может цвет поменяем? Ну давай, выбирай. Может быть красный? Хороший выбор, красный. Ну не знаю, может быть другой? Андре, выбирай другой. Зеленый. Неплохо получилось. А может быть еще один попробуем? Ну давай, еще один попробуем. Выбирай. Желтый. Желтый мой любимый цвет. Неплохой выбор. А можно еще один выбрать? Давай еще один. Синий. Правда красивый синий цвет? Красивый. Можно его оставить? Конечно, можно. Здорово! Мне кажется, синий больше всего подходит. А это автомастерская механика Макса. Привет, Макс! Да, сегодня предстоит нам много работенки. Сейчас мигом все сделаем. Так-так, с чего бы начать? Варим трещины на корпусе. Вот так, еще одна. Все, готово! Выпрямляем вмятины молотком. Сделано! Ну вот, почти как новая. И механик Макс тоже доволен нашей работой. Вперед на покраску! Какой же цвет нам выбрать? Может, красный? Здорово! Красный очень яркий и насыщенный цвет. Совсем как помидор. А если синий? Ух ты, тоже ничего! Мне очень нравится! А может, зеленый? Хм, как вам, ребята? Неплохо получилось! А если желтый? Готово! Цвет солнца мне очень нравится! И механику Максу тоже. Изучай и познавай с нами. Подписывайся на канал. Пока-пока!